Станем добрее. Губернатор Ненецкого округа объявил, что на смену года славы в регионе придет год добра. Об этом он рассказал в ходе еженедельного совещания губернатора Ненецкого округа. Кроме того, руководители профильных департаментов подвели своеобразные итоги года. Новый 2021 год в Ненецком округе станет годом добра. Эту инициативу во время еженедельного совещания озвучил губернатор региона. Год памяти и славы мы закрываем. И поскольку действительно вот этот год, он по сути показал, что в помощи нуждаются не только люди с ограниченными возможностями или люди, которые в преклонном возрасте. В помощи нуждаются все, кто может быть одинок, кому нужна помощь принести продукты, сходить в аптеку за лекарствами. И в этой связи выступил с предложением следующий год сделать годом добрых дел. В Новый год беспросроченной кредиторской задолженности руководитель Департамента финансов и экономики Татьяна Логвиненко на оперативном совещании главы региона рассказала, что бюджет Ненецкого округа в 2020 году поступил 21 миллиард 600 миллионов рублей доходов. По оперативным данным, по состоянию на 25 декабря 2020 года с начала года в бюджет округа поступил 21 миллиард 63 миллиона рублей. При годовом плане 21 миллиард 79 миллионов рублей. Исполнение составило 99%. Большая часть – это безвозмездное поступление – 8 миллиардов 150 миллионов рублей. Налог на имущество – 6 миллиардов 440 миллионов рублей. Доходы в виде доли прибыльной продукции от Хореагентского СРП – 3 миллиарда 440 миллионов рублей. Налог на прибыль организации НДФЛ – 1 миллиард 630 миллионов и 1 миллиард 360 миллионов рублей соответственно. Госдолг 2 миллиарда 300, он состоит из облигаций государственных и бюджетного кредита. По заверениям всех главных распорядителей бюджетных средств, просроченной кредиторской задолженности у нас на конец года не должно быть. Расходы бюджета с начала года составили 22 миллиарда 900 миллионов рублей. При годовом плане 23 миллиарда 750 миллионов рублей. Исполнение составило 96%. Текущий дефицит окружной казны составил 1 миллиард 260 миллионов рублей. При годовом плане дефицита 1 миллиард 960 миллионов рублей. Государственный долг составляет 2 миллиарда 300 миллионов рублей. За его обслуживание с начала года уплачено 119 миллионов рублей. При годовом плане 135 миллионов рублей. И в продолжение финансовой темы перед губернатором по выплатам медицинским работникам отчитался руководитель профильного департамента. Средства, которые выделялись из федерального бюджета, это дополнительная выплата медицинским работникам, которые оказывают медицинскую помощь по диагностике и лечению новых коронавирусных инфекций за счет средств федерального бюджета, выплачено за два месяца на сумму около 4 миллиона 200 тысяч рублей. В ноябре получилось 180 работников и в декабре 161 работник. Это зависит от того, как привлекаются работники, исходя из фактического дублирования. По словам Сергея Свиридова, все врачи и медицинский персонал до конца года получат положенные деньги. Что касается системы образования, Наталья Сидорова, руководитель профильного департамента, доложила, что все учреждения работают в штатном режиме. А ученики школы имени Пырьерка доставлены в родные населенные пункты, чтобы встретить праздники вместе с родителями. Ольга Русул, Вадим Стасюк, телеканал «Север».